это наращивается преимущество. Забросили они во втором периоде шайбу. Отличился Уилсон после великолепного паса Павлова. Осталась шайба. Простое дело. Можно довести. А вот получает контратаку. 2 в 1. Бросок Седлачи. Молодчик. Они за ним глаз до глаз убивают ли. Бросок Седлачев до Милане. Не могут нести эту шайбу в кисти магнитки. Она за воротами. Еще порядка минуты. И вполне возможно, что у нас поменяться. Ух ты, момент какой! Укаров! Где там шайба? Хватается! Седлач, конечно, ловушка. Какой молодец! Сейчас вратарь из Динамо. Пытался выбраться на ударную позицию. Хороший бросок Челябинца. Имеется в арсенале. Сейчас Качков не бросал, а бил пас на дальнюю, на Макарова. Игроков обеих команд очень сложно. Очень напряженный график. Выход 1-1. Тиму Лайне сейчас мог увеличить свой личный бомбардирский снайперский счет. Вот хороший момент, 2-1 с догоняющим Фонтиола и... Ух ты! И когда шайбу вернули... Ой-ой-ой, он еще и клюшкой здесь сработал, ничего себе! Немножко сыграл бейсбол. Да, да, шайбу с лёта вот так вот зачерпнул. Там уже вратарь клюшкой стучит, пойдут, потому что выходит пятый человек, но совершенно не вняли на предупреждение. Игроки Рижского Динамо, полевые игроки, и Садочеку пришлось спасать самому. Гамбаркер, выскочившись из скамейки. Уже не первую позиционную атаку мы видим в исполнении гостей. Вот момент для взятия ворот, и упускает ее Роман Хорак. Седлачик выручает свою команду. Не идет пока игра у легионеров Витязя. У нападающих, я имею в виду.